Привет всем, меня зовут Павел, мне 32 года, и я моряк. Вот уже 10 лет я путешествую по разным странам. Ну как путешествую, я скорее работаю и посещаю различные страны. В этих странах я делаю фотографии, снимаю видео. И вот наступил новый 2019 год, очередной новый год. И я начал разбирать свой архив. В этом архиве много фотографий, видео из различных стран, практически со всего мира. Этим архивом я хочу поделиться вместе с вами. С этим видео я хочу пригласить вас побывать в Мадагаскаре. А теперь внимание на экран. Говоря про Мадагаскар, в голове сразу возникает мультяшная картинка. На самом деле Мадагаскар – очередная африканская страна, и львов на Мадагаскаре нет. Чтобы узнать о Мадагаскаре поближе, вы можете поехать туда лично, но за две недели вам придется отдать туроператору 250 тысяч рублей. Я был приятно удивлен этими ценами и, конечно же, был удивлен картинками, которые они разместили там, дабы привлечь клиентов. Ну что, хватит болтать и давайте посмотрим на все своими глазами. Привет, друзья! Приветствуем вас на Мадагаскаре. Тулиар. Сейчас у нас отлив, поэтому кругом такая беда. Из-за приливов и отливов уровень воды меняется на 1-2 метра. Местные аборигены. Во время отлива местные жители ищут все, что можно продать или съесть. Hello! Так, ну, с вами Павел и Александр. Утром, когда мы пришли, вся эта площадь была покрыта водой, так как был прилив. Приливы здесь, я думаю, около метра, полутора. Цикл приливов и отлива происходит два раза в сутки. Вот это вот у нас терминал такой выносной, рассчитанный на один пароход, похоже, для нашего парохода и построен. А это длинный мост в город. А это дорога в город. Так что, я думаю, тоже можно спуститься, пособирать всякую шляпотень. Штичков. Черепах, рыб и прочей херни тут не видать. Ракушек, наверное, уже местные все выгребли. В общем, вот такая вот мадагаскарская хрень. Преодолев километр, мы приблизились к воротам. У ворот нас уже ждали местные извозчики. Супер пус-пус. We choose the best. Yeah. Need to check. Check power. Oh, it's camera. Yeah, camera. It's good. We are from Russia. Yeah. Russia and Ukraine. Yeah. America. America. No, I'm not American. I'm Russian. Putin. Putin. Okay, мы так пус-пус, а? Пус-пус — это название местного велотакси. Yeah. Okay, мы так не. Let's speak fast. Where? Okay. The first? What? Huh? What? Чё? А,
так здесь живут люди. Because boss out. Your boss is out. Only this. This stamp Rikon Andre. Motor vessel Rikon Andre. No have stamp. No office? No, yes. Nobody at office. Office is across. Yes, yes. Boss. Оно как выключено? Выключено. О, ну макро. Пожалуйста, Харри, вы сохраняйте. Этот агрегат называется пус-пус. Сейчас вот такая. Вот такая штука, ребят. Say hello. No. Вот так вот по Мадагаскару, короче, ребят, передвигаемся. А вот и сам Мадагаскар. Дружелюбный, чистенький. Местные аборигены. Местные ребята. Таксисты. Все нам улыбаются. Все хотят с нами дружить. Кто-то, может, даже хочет убить. К моему удивлению, Мадагаскар оказался намного безопаснее других африканских стран. Как нам потом сесть шоу? Where we ride? We need to save a hotel. Не, нам надо сначала деньги поменять. Ну, save a hotel. Save a hotel. Save a hotel, I don't know. Я знаю, сейчас. А? Save a hotel. Wait. Save a hotel. Right, we say now. Hola! Hola! О, мастерская местная. А? Местный кофешоп. Чё, куда? Да ну, санина стор. Шоп. Санина стор. Сакина стор. Сакина стор. Сакина. О, в отеле там курс. Да? А в этом-то 3-1. Там может уже положить. О, нормалек. Да, здесь они живут. Карточки потом там, в середине. Можно здесь тоже. Ну, у некоторых даже мопеды есть. Да. Пивасики. Колбасики. Центральная детская. Да, похоже, центральный рынок. Не, это центральный дальше. А, это еще не рынок? Да. Тачка у кого-то есть. Фижо. О, это вообще, наверное, местный этот миллионер, миллиардер. Всякие какие-то ништяки продают. Поездочка обошлась нам в 1000 реалей. Это получается 30 центов. Дороги, кстати, лучше, чем у нас. Рыночек собачки.
О, парикмахерская. А, он 4 на 4. Ага, квадрик кто-то себе заказал. Они нас точно не убьют? Да. Нет. Убежать точно не убьют. Это Мадагаскар. Вот на такой же телеге и мы катаемся. Развлечений сколько. Хочешь сиди, хочешь стой, хочешь полежи, хочешь еще посиди. Можешь вообще упасть где-нибудь. О, это местная какая-то богадельня. Лотерейка. Ты сколько будешь менять? Не знаю. Сто пятьдесят. Это у меня 50, наверное. У меня 50 евро. Так евро лучше поставил. Да? Ну да. А долларов 50 есть? Да. Вот тогда по 50 поменяем. Дашь мне 50, я сотку дам. Ага. О, это что это? А у них вообще, да, этот светофор не предусмотрен. А где еще? О, это у них, короче, это бутики пошли. Вот это похоже, это центральная улица. А что на монтаж? Да. Приветствует нас товарищи. Склады такие, да, тут по-любому миллионеры живут. Заборчик он гвоздями утыкан. Чтобы никто не перелазил. Ну понятно. Или никто не вылазил. Мне кажется, мы тут чуть-чуть выделяемся. Потому что мы белые, блин. А все черные. А думаю, белые обезьяны приехали. Американцы. Они все ненавидят белых. Ну, у меня вот американец. Для фото. Для фото. Масон вышел. А не видел белого. Вот американец. Да. А, я знаю, где он пошел. Магазинчик. Или в аренду. Вот такси. О, вот местный таксист. Короче. Диски на 15. Спросом. Сколько стоит, что он на ней пойдет. Ого. Чтоб до парохода. Вот здесь, ребята, все серьезно. Электроника, всякие телевизоры, плазма даже есть. Здорово. Ты можешь продать душу и купить плазму. Да. Или продать девственность и купить телефон. Ну, не отпускай, сразу едем с ним.
Ага, спасибо. Спасительно где-то с этим магазином. Ира. Safety shoes of workshop, boiler suit. Сторон, сторон. Оба, оба. Лежит мафия. А? Hello. Ну, держи. Good afternoon. Чем с вами? Выключи. Нет, он снимает. Владельцами данного магазина являются выходцы из Пакистана. 3-1. Окей, окей. Че? Обменный курс 3100 ариари за $1. Значит, 3000 это доллар. Здесь я хочу сделать небольшое отступление и пояснить, что дальнейшее рассмотрение цен подразумевает валюту малагасийский франк, которая была выведена в 2005 году. И обменный курс на данный момент составлял 10 тысяч франков за 40 рублей. То есть ценник 30 тысяч франков, который далее будет озвучен, означает 120 российских рублей. Вот это вот мука по 30 тысяч. Вот орешки за $15. Камера. It's video. Go to Russia. Where Russia from? All video. Say hello. Президент? Президент of the store. Окей. Пятерки надо поделить еще сразу. А? By thousand. А, не надо. One. Вот эту двоечку я как раз и дам. No, I pay for pus-pus. Руслан. Russia? It's first time here. It's video for my friend and family. Yes, but very good quality, HD. Go.
такие тут аборигены. Как они вот эти красавчики. Выдай, да, я пошел. На солнце не снимай. Так. Ага, я понял. Смотри, там не сняли. Вот так вот тут живут люди. Мы едем, как сюда, на Качаночку. Вот так вот, не, просто вот так вот. Сейчас. Все, поснимает. Ай! Все закрепил, чтобы не упало. Да. Интересно, что за лекарство мне там продают. Салон красоты, мороженки. Хусейн мемориал. Школа имени Хусейна. Долго еще? Я не знаю, где это. Я с вами езжу. Слева сними. Ой, здесь швейная мастерская, вот тут вот всякие ткани продают. Давай. It's score. Скорт шоп. No. Big shop score. Score. And we need for work. No, shoes for work. Yeah.
На рынке, к сожалению, ботинок не оказалось, а мы искали рабочие ботинки, поэтому мы поехали в магазин. Продолжаем нашу поездку. Смотрите, горбатые коровки. Это буйволы, буйволятинка. Ну, вообще-то это не зубры, а так называемый зибу, разновидность местной скотины. Зубр, я его ел. Шашлык. Да, это душевая или душевые, вот так вот, охеренные, то есть. А когда они тут зубы? Душевая, сортиры. Банк. Да, там Western Union. Авто. Авто мотыляй покупай. Автомагазин. О, это... Друзья, это какой-то китайский квартал. Неплохо смотрится CX-5 на фоне окружающей обстановки. Москва, а где что-то? Где? Москва, вот зеленая картина. А после он говорил где? Ну вот. Вот за скором? Да, там за скором где-то. О, приехали. Купив все, что необходимо, дальше мы отправились гулять на одну из центральных улиц города, на которой находились казино, кафе, пабы и рестораны. Так, все, мы затарились шузами, робой, прочими рабочими принадлежностями. Теперь можно подумать о релаксе. Вот это вот, Pleasure Street. Потому что можно было обрезать. Можно. Что обрезать? Я для себя снимаю. Там камера наблюдения у них стоит. Все дела. Диско. Диско танцуй. Now you come to Russia with my video. Окей. Okay. Вот смотрим, тут народ гуляет, отдыхает. Потратил ту его кучу денег, чтобы сюда попасть. Напомню, стоимость тура начинается от 250 вот тысяч рублей. Белые аборигены. Le Buef. Стоп here. Окей. Okay. На этом и закончилась наша велопрогулка. Из дополнительных фактов, которые, возможно, вам будут интересны, хочу сказать следующее. Такси там стоит $0.5. $1. Девушка стоит $5-10. Гостиница стоит $2. Пиво стоит $1. Косяк стоит $1. Если будут какие-то еще вопросы, пишите в комментарии, я с радостью отвечу. Ну а в дополнение, смотрите видео из ночного клуба. Внимание, сделайте тише.